Борис, ви згадали про Польщу, і Польщу згадують і Захарова останні дні, і Медведєв просто плюються там отрутою, тому що видворили росіян з приміщення школи при посольстві у Варшаві, законно видворили, але вони там і погрожують Варшаві, і про розрив дипломатичних взаємин повний говорять, думаю, дуже злякалися в Польщі таку перспективу. І росіяни, звично для себе, залишаючи це приміщення, вивозять пральні машини, жінки, баян з собою прихопили. Як ви думаєте, унітази вони теж там демонтували? Ну, чесно говоря, я думаю, що вони ж в своїй подлій манері можуть в ответ зробити там щось таке, наприклад, арестувати якихось польських журналістів або правозащитників. Вони це можуть, так як з американським журналістом це було. Тобто вони можуть нагадити ще полякам, нагадити можуть тим полякам, які проживають в Росії. Тому, мабуть, найкращий варіант для цивілізованого європейця – це взагалі виїхати з країни. Тому що рано чи пізно, неважно, чим він займається, може просто в IT-сфері або десь в корпорації працювати, але рано чи пізно за ним прийдуть і скажуть: ти шпіон, ти нам потрібен просто для того, щоб нашого, як говориться, шпіона, посла або там якогось задержаного обміняти, ти нам потрібен. Тому ми тебе зараз придумаємо, тебе років на 20 обвинення, а потім будемо міняти. Це в їх манері, абсолютно в їх манері. Що стосується виселення їх із зданий, ну, вообще, это характерно сейчас. Я посчитал, ну, и посмотрел там, по-моему, за последний год порядка 600 российских дипломатов изгнали из Европейского Союза. Большинство за шпионаж, потому что они уже агрессивно начинают шпионить, агрессивно начинают покупать данные, вербовать людей, потому что выхода другого нет. Начальство, как говорится, ставит задачи прервать поставки, нарушить логистические цепи, у них это не получается. Поэтому вынуждены действовать рискованно, соответственно, попадают, но их целыми пачками высылают. Поэтому вот изоляция не только на уровне дипломатическом, но изоляция всех проблемных россиян, высылка их из европейских стран, это уже начали делать, но мне кажется, еще не в достаточном количестве, потому что регулярно попадаются всякие рожи, простите, которые орут там: Путин президент мира, Россия победит, надо бы ударить по Германии, Польше, Франции, там еще куда-то. И они находятся и сидят в Европе себе там, нормально себя чувствуют. Сразу же до свидания. Может быть, какой-то базовый тест нужен. То есть под запись россияне должны подписать документы и сказать на камеру, как они относятся к военной агрессии, как они относятся к тому, что Крым аннексирован. Вот когда они это сделают, можете оставаться. Плюс еще, наверное, в каждой стране есть свои определенные параметры, язык нужно знать, если человек работает там, ну и так далее. Поэтому вот базовый тест на вот это Z-патриотизм, наверное, нужно россиянам, которые длительное время в Европе пребывают, проходить. Ну, там можна три питання. Хто розв'язав війну, чий Крим і чи працюють санкції? Та все, власне кажучи, буде зрозуміло. Але не тільки іноземних журналістів можуть арештувати в Росії, наприклад, і взагалі громадянам інших держав там є ризики. Можуть арештувати і Путіна. Зробити це можуть в Південній Африці. Влада країни закликала російського диктатора не приїжджати на саміт БРІКС, який запланований в Йоганнесбурзі на серпень, а взяти участь в ньому по відеозв'язку, тому що там нарешті визначилися і заявили: у нас немає варіанту не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати. Ми пам'ятаємо, що Південно-Африканська Республіка так змінювала свою позицію. Що, зрештою, як ви думаєте, Бориса вплинуло на позицію неохильно дотримуватися Римського статуту і заявити отаке от Путіну? Здесь все просто, потому что за этой позицией стоят сильные мира сего, которые могут задать много вопросов, могут ограничить определенные торговые отношения. И никто не хочет рисковать из-за Путина-убийцы. Давайте так скажем. Путин-убийца, он сделал все, чтобы даже страны, которые, может, по-тихому готовы были там с ним сотрудничать, публично этого больше не делали никогда. И да, заявление стран Африки, которые действительно там, давайте прямо говорить, некоторые правительства были коррумпированы россиянами, есть очень тесные экономические, политические взаимоотношения. Помните, Лавров не вылазил с африканского континента долгое время, его там окуривали вениками, еще чем-то. Но, в общем, он там довольно плотную работу проводил, как и ЧВК «Вагнер», кстати. Поэтому сейчас попросить ответить публично на вопрос, арестуете Путина или нет, вот это правильное решение было. И да,
Все, извините, Путин, ты на БРИКС не едешь. Сидишь и по видеосвязи позорно будешь это все отсматривать, сидя из своего бункера. Вот они. Это только цветочки мировой изоляции для Путина. То есть ягодки будут потом. Он будет полностью невыездной, будет кататься только по оси зла, по нескольким странам. И то под страхом уничтожения в этих странах, ну, скажем, прилетающим каким-то беспилотником. Поэтому или под страхом того, что правительство вдруг решит пойти на какую-то сделку с сильными мира сего и сдаст этого Путина или двойника его, кто там приедет. Вот. Поэтому, как говорится, готовься, Путин. Скоро ты будешь кататься по Золотому кольцу России в лучшем случае. Ну, а в худшем попадешь на скамью подсудимых, как, в общем-то, все цивилизованные и нормальные люди этого и желают.